прямо как театр, дом Пожарский. Желтенький чаек. Везде Пушкин. И даже булочная Онегина. Здание Пожарских, откуда пошли котлеты Пожарские. Дворцовая площадь в Торжке. Как во времена Островского. Окна со ставнями. Угу. 1909 год. Обалдеть. А что-то ставень нету. Ну, простые ставни. Не всегда были такие дорогие. Угу. Такие а низкие окошки. Подушка такая клевая. На всех окнах. Все для нее. Все двухэтажные домики. Милый дом, милый городок. Да. Цокольные этажи прямо. Сейчас прочитаем. Видите, вообще горожанки.